Отгремели торжества миллениума. Завершились 20 век и второе тысячелетие. Признаемся, мы надеялись, что пройдя эпохальный рубеж, мир изменится к лучшему. Но он остался прежним. Несовершенным, неспокойным, нестабильным. В этом мире России есть что защищать. И есть чем защищаться. Военные автомобили 21 века. Мощные, скоростные, не страшащиеся бездорожья. Но их могло бы и не быть. В 90-х годах так называемая конверсия поставила отечественную оборонную промышленность на грань исчезновения. Удалось обойтись без фатальных потерь. Научно-технический задел, созданный в предыдущие десятилетия, помог пережить смутные времена. Так что появление современных армейских машин было предопределено задолго до наших дней. 1976 год. К юбилейному 25-му съезду КПСС советская индустрия подготовила трудовой подарок – трехосный грузовик Камского автозавода. Его разработкой занималась КБ завода имени Лихачева. Но Совет министров порекомендовал ЗИЛу уступить проект Камскому автогиганту – крупнейшему в Европе производителю грузовых автомобилей. Машины из набережных Челнов относились к дорожному классу. Ориентированные на мирные задачи КАМАЗы, тем не менее, поступали в подразделения советской армии. Спустя 5 лет, в 81 году, появилась полноприводная армейская версия 4310. Ее сразу же направили в Афганистан. Сложно представить более жесткий, но объективный способ проверки боевых качеств машины. И эта проверка показала, к автомобилям, рассчитанным на применение во фронтовой полосе, надо предъявлять особые требования. В конце 80-х поиск правильных решений привел к созданию семейства «Мустанг». Но переоснащение армии было заморожено, так что на конвейер эти грузовики попали лишь 10 лет спустя. Двух-, трех- и четырехосные машины максимально унифицированы. В зависимости от варианта они могут перевозить до 40 военнослужащих или различные системы вооружения. По заказу комплектуются бронированными кабинами, рассчитанными на работу экипажа в боевой амуниции. Двигатели оснащены турбонаддувом и эффективными воздушными фильтрами. Выпускаются варианты машин с гидромеханической коробкой автоматом. Главные же акценты сделаны на надежности, неприхотливости и проходимости. Испытатели из набережных Челнов продемонстрировали своих скакунов в деле. По правде сказать, ассоциации с конями «Мустанги» не вызывали. Ну какая, скажите на милость, здравомыслящая лошадь согласится скакать под таким кручем? А военным КАМАЗам все едино. Что полевая грунтовка, что отвесный обрыв карьера. Полноприводный грузовой автомобиль КАМАЗ-6350. Год начала выпуска – 2003. Грузоподъемность – 14 тысяч килограммов. Мощность двигателя – 360 лошадиных сил. Максимальная скорость – 95 километров в час. Количество экземпляров на 2008 год – 50. Модельный ряд армейских КАМАЗов не ограничивается лишь «Мустангами». Авиадесантный 43501, максимально облегченный, с заниженным силуэтом и улучшенными характеристиками управляемости на пересеченной местности. Этот грузовик уже начал поступать в части ВДВ. Артиллерийский тягач с бронированными кабиной и обитаемым отсеком для орудийного расчета выдерживает обстрел из калашникова и снайперской винтовки. На базе двухосного «Мустанга» Камский автозавод создал бронемашину «Выстрел». Это представитель нового поколения комфортабельных транспортно-боевых средств. С кондишеном, мягкими сиденьями для 8 солдат, обивкой салона и широкими дверями. Коробка перемены передач управляется джойстиком.
Пока все это как-то непривычно для автомобилей в погонах. Этой машине проявило интерес руководство пограничных войск и Федеральной службы исполнения наказаний. Как сложится карьера выстрела, покажет время. Также пока не ясна судьба горьковского БТР-90 «Росток». С одной стороны, по ходовым качествам на пересеченной местности он не имеет себе равных среди колесных машин. Но большая масса, 20 тонн, снижает боевые возможности БТР-90. При этом «Росток» уступает и по вооружению, и защищенности более легкой и проходимой гусеничной БМП-3. Короче говоря, клубок противоречий. Так что армия по-прежнему отдает предпочтение проверенному в боях БТР-80. Этот бронетранспортер стал логическим развитием БТР-60 и БТР-70, долгое время стоявших на вооружении советской армии. В отличие от них, на 80-м установлен дизельный двигатель, гораздо менее пожароопасный, чем бензиновый. Численность боевого расчета снизилась до 10 человек. Но ведь в бронетранспортерах предыдущих поколений размещалось вдвое больше бойцов. Дело в том, что современный БТР из средства доставки мотопехоты превратился в полноценную боевую единицу. Ту, что воюет не числом, а умением. Простейшие амбразуры в бортах машины заменены на шаровые установки. Теперь солдаты, находясь под прикрытием брони, могут вести прицельный огонь в движении. Для десантирования схода используется распашной люк, нижняя створка которого превращается в широкую подножку. На версии с литерой А место пулемета заняла скорострельная авиационная пушка калибра 30 мм. БТР-80 побывал во всех горячих точках новейшей истории. Афганистан, Югославия, Чечня, Осетия. Бронетранспортер БТР-80. Год начала выпуска – 1984. Боевая масса – 13 600 килограммов. Броня – от 7 до 10 миллиметров. Оружие – пулемет ПКТ калибра 7,62 миллиметра, пулемет КПВТ калибра 14,5 миллиметра. Количество экземпляров на 2008 год – около 5300. Завершим броневую тему рассказом про водник ГАЗ-3937. Классификация этой машины задача непростая. Дело в том, что она многолика. Кузов состоит из двух модулей. Спереди силовая установка и кабина экипажа. Сзади все, что пожелает заказчик. Жилой кубрик, бронекапсула для десанта, грузовая платформа, арт-система малого калибра. Смена амплуа водника занимает не более четверти часа. Просто один модуль заменяется на другой. Вне зависимости от рода деятельности, машина не теряет вездеходных качеств. Торсионная подвеска колес, система централизованной подкачки шин, большой дорожный просвет обеспечивают уверенное передвижение автомобиля в условиях бездорожья. Сейчас водник проходит этап опытной эксплуатации. Он вполне может стать родоначальником новой породы отечественных автомобилей в погонах. И вновь ретроспектива. В 1954 году научный автомоторный институт приступил к разработке изделия 020. Впервые нашей автопромышленности было поручено создать армейскую машину с нуля, без оглядки на предыдущие конструкции. Испытания подтвердили высочайшую проходимость опытного образца по сыпучему песку, снежной целине, глубоким колеям. Этот самый военный грузовик советской армии полностью отвечал определению «тактический автомобиль», то есть пригодный для тяжелой работы на линии огня. Одно дело прототип, и совсем другое – серийные изделия. Поиск завода-изготовителя привел в МИАС. Специально созданное на автозаводе конструкторское бюро переработало и дополнило техническую документацию. При этом уральцам пришлось свернуть собственный проект внедорожника. Но в те времена государственные приоритеты ставились выше амбиций отдельных предприятий. В 61 году начался выпуск пятитонных грузовиков под названием «Урал-375». Первоначально военные заказчики потребовали ставить на них открытую кабину с брезентовым пологом и откидным лобовым стеклом. Но вскоре «Урал-375D» получил цельнометаллическую герметизированную кабину.
О комфорте работы водителя ходили легенды. За стеклом минус 40, а шофер в летнем обмундировании. Еще больше поражала проходимость. Так не умели ездить ни ЗИЛы, ни КРАЗы, а тем более зарубежные армейские машины. Тем, кто решит обвинить нас в квасном патриотизме, предлагаем молча посмотреть вот эти кадры. Самой известной нагрузкой Урала стала реактивная система залпового огня БМ-21 «Град». В 1969 году она коротко и внятно закрыла тему советско-китайского конфликта на острове Даманский. Восьмицилиндровый 180-сильный мотор «Урала» употреблял жигулевский бензин АИ-93. На этом настояла армия. Большая часть машин шла в западную группу войск. И начнись в Старом Свете вооруженный конфликт, заправляться «Уралом» пришлось бы на европейских АЗС. А там наш бензин класса «Экстра» звался всего лишь нормой. В начале 80-х «Уралы» все-таки перевели на дизельное топливо. Только не ради экономии народных денег. Просто дизель обеспечивал больший пробег на одной заправке и был менее пожароопасным. В разные годы Миасское КБ разработало несколько семейств оригинальных вездеходов. Опытные «Урал 379 и 395 были построены в самом начале 70-х. С виду обычные трех- и четырехосные бескапотные грузовики высокой проходимости. Но после выполнения некоторых оргтех мероприятий на них можно было и поплавать. Только без фанатизма. Все-таки основной средой обитания «Уралов» оставалась суша. Последние годы «Урал-АС» подготовил и довел до серийного выпуска целую гамму армейских внедорожников. Количество осей от 2 до 5. Естественно, все ведущие. Само собой, проходимость на 5 с плюсом. Похоже, что имидж самых военных грузовиков российской армии надолго закрепился за продукцией Миасского автозавода. Полноприводный грузовой автомобиль «Урал-43-206». Год начала выпуска – 1996. Грузоподъемность – 7000 килограммов. Мощность двигателя – 230 лошадиных сил. Максимальная скорость – 82 километра в час. Количество экземпляров – закрытая информация. Этот фильм готовился к показу, когда был снят запрет на демонстрацию медведей. Так называются уральские бронеавтомобили, предназначенные для перевозки личного состава в боевых условиях. По заявлению разработчиков, им не страшны не только обстрелы, но и подрывы. Как это ни печально, но подобные машины имеют сейчас повышенный спрос в некоторых российских регионах. Мы добрались до самых необычных представителей автомобилей в погонах. Для их разработки в 1954 году на территории ЗИСа создается специальное конструкторское бюро. Руководителем СКБ назначают внедорожных дел мастера Виталия Андреевича Грачева. Начали с ходовых макетов под общим индексом С-134. Первый из них был похож на киплинговского слоненка, у которого крокодил вытянул нос. Вернее, капот от ЗИС-151. Все 8 колес были ведущими, а 2 передних пары – управляемыми. Всесторонние испытания этой машины подтвердили – за многоосными армейскими внедорожниками будущее. Следующая экспериментальная машина умела плавать и пробираться по самым гиблым болотам. Функцию подвески колес брали на себя сами широкопрофильные скаты. Для скоростных магистралей подобная схема, конечно, не подходила. А вот на пересеченке показала себя с самой лучшей стороны. Накопленный опыт позволил в 1957 году построить четырехосный тягач ЗИЛ-134. Ни одна машина в мире не могла с такой скоростью нестись по разбитому проселку. Или преодолевать траншеи шириной в 2 метра. А также легко взбираться на полутораметровые брустверы. Что же касается езды по косогорам, так это была любимая спортивная дисциплина грачевских машин еще с предвоенных времен.
ЗИЛ-134 буксировал по вязким грунтовкам 9-тонные артиллерийские орудия. Шутя брал водные преграды, не рискуя залить мотор. Силовой агрегат располагался высоко над землей. Ни лесная чаща, ни снежный наст не могли остановить этот вездеход. Остановило его отсутствие подходящего серийного двигателя. Перспективную тему закрыли, а два опытных образца списали на слом. Но, уйдя в небытие, 134-й дал жизнь целой плеяде внедорожников. Все они носили общий индекс 135, плюс различные блоки. 135Б. Опытный амфибийный транспортер с стальным обтекаемым корпусом и коробкой автоматом. Два шестицилиндровых двигателя работали каждый на свой борт. Машина предназначалась для перевозки 30 солдат или 5 тонн полезной нагрузки. 135П. Крупноразмерный морской катер, не страшащийся 5-бального шторма. В то же время легко обходящий засевший в песке БТР и несущийся по дороге со скоростью 70 км в час. Заметим, при 3-метровой высоте и длине почти 14 метров. Машину создавали для десантных операций на Балтике. Кроме того, ее предполагалось использовать как самоходную баржу, перевозящую грузы между судами и берегом. ЗИЛ-135П должен был обслуживать военные гарнизоны на побережье Северного Ледовитого океана. Проект забуксовал по банальной причине. Не смогли между собой договориться два министерства – автомобильное и судостроительное. И все-таки многие разработки специального конструкторского бюро дошли до серийного производства. Но не на московском, а на брянском автозаводе. ЗИЛы 135 с литерами L и LM применялись в качестве пусковых установок тактических ракет «Луна». Они стремительно выдвигались на боевую позицию, за считанные минуты производили пуск ракеты по неприятелю и скрытно меняли дислокацию. На аналогичном шасси почти 30 лет выпускались системы залпового огня «Ураган», воевавшие в десятках больших и малых войн неспокойного 20 века. В 1961 году встал в строй ракетоносец ЗИЛ-135К. Характерная деталь – обратный наклон лобового стекла. Зачем? Чтобы не отбрасывать демаскирующие солнечные блики. Вот такая военная хитрость. В контейнере – крылатая ракета. Были разработаны и приняты на вооружение несколько комплексов для сухопутных войск, фронтовой авиации и военно-морского флота. Редут защищал берега СССР от непрошенных гостей с моря. А это комплекс «Рейс». Он оснащался беспилотным реактивным самолетом-разведчиком Ту-143. Радиус его действия составлял не более 90 километров, так что пусковой установке надо было максимально близко подобраться к линии фронта и, естественно, не по шоссейным магистралям. После завершения полета самолет-разведчик приземлялся на парашюте. Теоретически в заданный район, а вот практически. Одним словом, летательный аппарат надо было найти и вернуть на техническую базу. Без мощного внедорожника эта миссия была бы невыполнима. При испытаниях ракетоносца возникла неожиданная проблема. В момент запуска ракеты повреждалась металлическая крыша кабины. Ее буквально вминало газовой струей реактивного двигателя. Решение подсказал жизненный опыт. Не можешь сопротивляться – уступи. Элементы кабины стали делать из упругого стеклопластика. Во время старта крыша прогибалась, а затем целая и невредимая возвращалась в исходное состояние. С полимерными материалами сотрудники СКБ работать умели. И когда в 1965 году получили от Министерства обороны необычное техническое задание, сомнений в выборе материала для корпуса будущего вездехода не было. Лишь легкая, но прочная композитная оболочка позволяла этой машине не только ездить и плавать, но и летать. Не самостоятельно, разумеется, а на борту транспортного вертолета Ми-6. Изделию присвоили шифр ПУ, то есть поисково-эвакуационная установка. Ее предназначение – выручать покорителей космоса.
Случалось, что при возвращении с орбиты спускаемый аппарат отдалялся от расчетного места приземления. Тогда космонавтов надо было как можно скорее найти и спасти, притом вместе с 3-тонным посадочным модулем. Венцом деятельности Грачевского СКБ стала «Синяя птица». Так назвали спасательный комплекс, состоявший из пары трехосных вездеходов и легкого болотохода. Он ожидал своего часа в кузове колесной машины. Когда та была вынуждена уступить бездорожью, болотоход опускался на землю или на снег, или на воду, и подбирался вплотную к терпящим бедствия гражданам. Роторно-шнековый движитель делал это транспортное средство уже не супер, а гиперпроходимым. Поисково-спасательный комплекс ЗИЛ-4906 «Синяя птица». Года выпуска 1980-1991. Грузоподъемность 3500 килограммов. Мощность двигателя 150 лошадиных сил. Максимальная скорость на суше 80 км в час, на воде 9 км в час. Количество экземпляров 22. Позволим себе небольшое лирическое отступление. Достоверно неизвестно, были ли лично знакомы инженеры Виталий Грачев и поэт Андрей Вознесенский. Видимо, они пересекались на неформальных встречах технической и культурной элиты, ставших популярными в 60-е годы. Иначе как можно объяснить появление стихов, в которых однозначно угадывается тематика специального конструкторского бюро? Благогласно имя болотохода. Он как винт мясорубки ревет парящее, он в порядочке. Если хочешь полета, учи болото. По болотам чарующим и утиным, по болотам засасывающим к матери, по болотам предательским и рутинным, испытатели, испытатели, испытатели. Виталий Андреевич не дожил до триумфа «Синей птицы». К своей неизлечимой болезни он относился предельно прагматично, по крайней мере, внешне. Однажды на техническом совещании главный конструктор подошел к графику работ и молча заштриховал красным карандашом последнюю неделю 78-го года. «Дальше будете работать без меня», — пояснил он после короткой паузы. Виталий Грачев оставил в истории русского военного автомобиля столь же значимый след, как Сергей Королев в ракетостроении или Андрей Туполев в авиации. Тему многоосных вездеходов творчески развили на Брянском автомобильном заводе. К заделу Московского специального конструкторского бюро добавились собственные оригинальные разработки. БАЗ-5938 стал базой для автономного зенитно-ракетного комплекса «ОСА». Пожалуй, это самая популярная брянская машина. Военные кинооператоры любили ее снимать во время учений и маневров. Оно и понятно. Скоростная, с хищным профилем. С первого пуска разящая вражеские летательные аппараты. На марше «ОСА» легко опережала колонну мотострелковой дивизии. Ее скорость превышала 80 км в час. И водные преграды для нее были не страшны. Водометный движитель разгонял 18-тонную амфибию до вполне приличной скорости. Так что она успевала занять на противоположном берегу боевую позицию и прикрыть переправу от атаки с воздуха. Я 31-й, цель 202-й уничтожил. Расход 2. Гораздо менее известное изделие ПММ – паромно-мостовая машина, построенная на базе брянского шасси. Ее основное назначение – переброска танковых соединений через реки и морские проливы. За считанные минуты, не прерывая движения, четырехосные вездеходы превращались в скоростные самоходные понтоны. Поистине величественное зрелище. Грузоподъемность амфибии на плаву составляла 40 тысяч килограммов. Эта цифра оказалась фатальной для паромно-мостовой машины. В середине 80-х годов боевая масса основных советских танков перевалила за 4,5 десятка тонн.
Брянский чудо-корабль, не рассчитанный на такую нагрузку, оказался неудел. Типичный казус из истории техники. Некорректные исходные данные ставят крест на перспективном проекте. Некоторые модели БАЗов применялись в качестве самоходных пусковых установок оперативно-тактических ракет. Это АК. Год принятия на вооружение 1980. Через 8 лет после начала эксплуатации комплекс пошел на слом. И если уничтожение высокоточных и несбиваемых ракет можно хоть как-то оправдать политическими интересами, то массовая разделка шасси выглядит кощунством. Более совершенного многоосного вездехода-амфибии нигде в мире не существует и поныне. Эти машины могли бы еще долгие годы служить по гражданским ведомствам. Специальное колесное шасси БАЗ-6944. Года выпуска 1979-1988. Грузоподъемность 12 тысяч килограммов. Мощность двигателя 400 лошадиных сил. Максимальная скорость на суше 70 км в час, на воде 10 км в час. Количество экземпляров около 150. Многоосной темой в СССР занимались и сами военные. В 1962 году НИИ-21 проводила испытания колесного шасси собственной конструкции. По результатам работ были уточнены требования к машинам подобного класса. Кстати, зловещего вида цилиндр на прицепе не бомба или ракета, а всего лишь 20-тонная балластная нагрузка. Но гораздо более весомую лепту 21-й институт внес в изучение ходовых возможностей многоосников. Это кадры испытаний на поперечную динамическую устойчивость. Если проще, на опрокидывание. Исследования помогли оптимизировать конструкции военных машин и сформулировать требования к маршрутам движения спецтехники. Например, при скорости 40 км в час и массе груза 15 тонн минимальный радиус поворота составляет... А дальше шли цифры и поныне хранящиеся под грифом «секретно». Наиболее значительных результатов в разработке тяжелых колесных тягачей добились в Минске. Впрочем, сначала немного истории. Поначалу оборонный заказ Минского автозавода ограничивался лишь поставкой шасси для топливозаправщиков ТЗ-200. Затем на МАЗах первого поколения строились вот такие вагоны. С виду командно-штабной автобус. А нет. Внутри скрывалось оборудование для производства сжиженного кислорода и азота. Эти газы были необходимы для заправки пневмосистем боевых самолетов. В 1955 году МАЗ приступил к выпуску полноприводного лесовоза. Через год этот труженик Просек примерил военный мундир. Под индексом 502 его приняли на армейскую службу. В частности, для перевозки ракет зенитного комплекса «Даль». Еще одна профессия 502-го МАЗа. Шнековый снегоуборщик, проделывающий проходы и проезды в снежных заносах. Производительность 2000 тонн перебрасываемого снега в час. Такая машина была особо востребована на заполярных и сибирских аэродромах, где бураны за несколько часов наметали многометровые сугробы. Позднее, уже в 70-е годы, грузовые МАЗы бескапотной схемы также поступали в советскую армию. Правда, на второстепенные должности. Но для большинства военных автомобилистов марка МАЗ ассоциируется совсем с другими машинами. Их начали проектировать в середине 50-х годов. Специальное конструкторское бюро МАЗа возглавил Борис Львович Шапошник, до войны работавший главным конструктором завода имени Сталина. Первым объектом оборонного назначения стал одноосный МАЗ-529. Голова, тягача с кабиной и силовой установкой сочленялась с различными полуприцепами. Для изменения направления движения одна половина автопоезда при помощи мощных гидроцилиндров изламывалась относительно другой. Нагрузки на руле были практически нулевыми. Все усилия по управлению машиной брали на себя сервоприводы. Одноосные тягачи нашли широкое применение в ракетных войсках стратегического назначения. Они использовались в качестве транспортеров-установщиков баллистических ракет.
Эксплуатация подобных автопоездов выявила их недостатки. К проходимости претензий не было. Но устойчивость и маневренность оказались недостаточными. Точное наведение тягача с длинным прицепом вызывало большие проблемы. После завершения испытаний опытного МАЗ-527 минчане переключились на тему многоосных шасси с несколькими парами управляемых колес. Вот их краткая ретроспектива. 1958 год. Тягач МАЗ-535, прозванный «Циклопом», за центральную фару инфракрасной подсветки прибора ночного видения. Спустя 5 лет появляется МАЗ-537 и надолго становится главным героем парадов на Красной площади. Ему доверяется буксировка огромных баллистических ракет, наводивших страх на зарубежных военных атташе и журналистов. Также этот тягач использовался в сухопутных войсках. Транспортировал тяжелую бронетехнику по любым дорогам и вовсе без них. В 1965 году принимается на вооружение и публично демонстрируется оперативно-тактический ракетный комплекс «СКАТ». Его носителем стало восьмиколесное шасси МАЗ-543. Первоначально кабину спроектировали однообъемной, как и на предыдущих моделях. Но высоко поднятая ракета провоцировала переворачивание пусковой установки. После жарких споров кабину разделили на 2 отдельных стеклопластиковых модуля, отодвинув их поближе к бортам. В образовавшуюся выемку поместилась носовая часть ракеты, опущенная вниз более чем на метр. На минских тяжеловозах, а их грузоподъемность в некоторых модификациях превышала 22 тонны, монтировались самые различные системы вооружения, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Темп», реактивные системы залпового огня «Смерч», радиолокаторы наведения и пусковые установки противовоздушного комплекса «Фаворит», 60-тонные топливозаправщики, аэродромные пожарные машины. Большинство из перечисленных изделий и поныне состоит на вооружении российской армии и многих зарубежных стран. Специальное колесное шасси МАЗ-543-7310. Год начала выпуска – 1962. Грузоподъемность свыше 20 тысяч килограммов. Мощность двигателя – 525 лошадиных сил. Максимальная скорость – 60 км в час. Количество экземпляров – закрытая информация. Конструкторское бюро Бориса Шапошника продолжало наращивать количество колес. МАЗ-547 имел уже 6 осей. К этому обязывала все возрастающая масса монтируемых на шасси изделий. Только минские машины были способны нести нагрузку, вдвое превышающую собственный вес. В частности, ракетный комплекс «Пионер СС-20», известный на Западе под именем «Гроза Европы». Показательно, что за 40-летнюю историю многоосных МАЗов мощность их дизельных моторов возросла почти в 8 раз. Эти мастодонты некоторое время могли обходиться без пары-другой шин. Конечно, по доброй воле их никто бы не снимал, но военным автомобилям надо быть готовым к любому форс-мажору. В 80-е годы многие разработки Минского спецКБ пострадали из-за своего родства с ракетными комплексами средней и меньшей дальности. Массовое сокращение этого класса вооружений пустило под автоген не одну сотню уникальных машин. После провозглашения Республики Беларусь производство многоосников выделилось в самостоятельное предприятие МЗКТ – Минский завод колесных тягачей. Но деловые связи с Россией не нарушились. Наша армия по-прежнему активно использует большие белорусские колеса. МАЗ-7912 и его преемник МЗКТ-79221. Эти шасси стали основой стратегических ракетных комплексов «Тополь» и «Тополь-М». Несмотря на схожесть названий и внешнего вида, между ними 10 лет разницы и множество конструктивных отличий. Пусковую установку новейшего «Тополя-М» пока не принято широко афишировать. А вот его предшественника удалось поснимать. Сперва на недавно открытой экспозиции Питерского музея артиллерии.
Его сотрудники рассказывали, что когда пусковая установка въезжала на стоянку, ее задняя ось зависла над откосом Кронверкского канала. Ну да не страшно, еще 6 пар колес на земле оставались. Затем мы встретились с тополями на репетиции военного парада. Место – поселок Алабино, тренировочная база Московского военного округа. Время – апрель 2009 года. Тополь оснащен дизелем мощностью 710 лошадиных сил. А вот скорость машины – всего 40 км в час. Но для тополя гораздо важнее непрерывность движения. За сутки колонна проходит до 1500 километров. Боевой пуск можно произвести из любой точки маршрута патрулирования. 9 мая 2009 года, в 64-й день Победы, дивизионы тополей прошли строем по Красной площади. В тот же день были представлены 4-осные МЗКТ-7930, оснащенные пусковыми установками и командными пунктами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Того, что не так давно вверг в глубокую задумчивость некоторых излишне ретивых натовских стратегов. В майском параде приняли участие легко бронированные «Тигры». Эти машины только начинают поступать в российские силовые структуры. Их назначение – патрулирование и сопровождение колонн, разведывательные и диверсионные операции. «Тигр» иногда называют русским «Хаммером». И напрасно. Российская машина более энерговооруженная, обладает лучшей управляемостью и феноменальной проходимостью. Это было подтверждено как на секретных испытаниях, так и на публичных показах. Особенно поражает плавность хода по пересеченной местности. Это неудивительно. Ходовая часть «Тигра» созвучна с БТРовской. Что же касается стоимости, да, «Тигра» по цене котенка не купишь. Но ведь пресловутый «Хаммер» чуть ли не втрое дороже. Многоцелевая боевая машина ГАЗ-2975 «Тигр». Год начала выпуска – 2005. Боевая масса – 5000 килограммов. Броня – 5 миллиметров. Оружие – пулемет «Корт» калибра 12,7 миллиметра. Количество экземпляров на 2008 год – около 500. За свою столетнюю историю отечественные военные автомобили прошли долгий и сложный путь развития. Как будет выглядеть армейская колесная техника в ближайшем будущем? Лаконичный дизайн технологичного и ремонтопригодного кузова. Быстро заменяемая силовая установка. Модульная концепция, позволяющая монтировать на базовом шасси транспортные, боевые и специализированные надстройки. Средства защиты от мин и стрелкового оружия. Унификация модельного ряда на основе однотипных элементов. Эргономика кабины с учетом специфики эксплуатации. Наверняка заказчики и разработчики могут продолжить этот перечень, но это уже информация для служебного пользования. Чем же закончить рассказ об отечественных автомобилях в погонах? Пожалуй, тем, с чего мы и начали этот сериал. Вальсом на плацу Рязанского военного автомобильного института. Пожелаем этим ребятам стать первоклассными водителями, грамотными инженерами, строгими и справедливыми командирами. Но главное, пусть служба российских офицеров сложится так, чтобы им никогда не пришлось применять свои знания и опыт в реальном бою. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня малость невдомек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем. Фронтовых изъезженных дорог, эх, путь дорожка фронтовая. Не страшна нам бомбежка любая. Помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.